Хип-хоп, лалалей, я рад, что вы с нами. Сейчас мы продолжаем специальный мануальный массаж, тренинг. Сет переходный от спины к шейно-воротниковой зоне. Ну, сначала поставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Давайте. Я вас жду. Без вас не начну. Давай. Молодцы, что подписались. Значит, если делаем воротниковую зону, да, то мы не как обычно вот только шею делаем, да, а от макушки головы до нижней части лопаток. Тут идут ременные мышцы, они крепятся примерно 5-6 грудной позвонок. Если делаем спину, то получается от ягодиц до головы тоже включительно. Значит, вот мы сейчас проделали спину, да, как-то завершили сеанс. И пока произношу сет номер 0, переходный, кладем руки под голову. Лучше показать даже человеку, потому что многие там не понимают, начинают то вот так подкладываться, то сверху кладут, то куда-то сползают туда со стола, голову свешивают. Лучше прям продемонстрировать, чтобы вот так положили. Да, вот так. Раз. Вот. Можно использовать, соответственно, дырку в столе. У кого-то шея короткая, складка появляется здесь, да? То тогда предлагаем руки, локти на месте, а руки под себя, под грудь. Подкладываем. Вот видите, шея еще больше растянулась. Нормально, но там не опираешься. Вот так лежать. Либо тогда укороченная шея, если можно, под грудь подложить подушку. Давай вот это подставим. Вот так удобно, да? Вот, мягко, удобно подушка. И, в принципе, вот мы сейчас будем разминать. Пока он укладывается, мы начинаем вот это вот, что-то там. Прикрыли, закончили. И сразу переходим к шее, где она крепится возле черепа. Разминаем пальчиками так вот круговыми движениями и уходим вниз. Здесь, значит, все приемы делаются с низу, ой, сверху вниз, то есть в сторону сердца. Вот лимфу туда сводим поближе, желательно пальцами, вот прям вот по этим мышцам. Грудино-ключично-сосцевидные мышцы, по ней идут лимфотоки, вот туда поглубже, а рука сверху просто наплывает. Теперь у нас появился новый вид растирания. Если мы до этого вот так растирали или вот так, теперь инвертированными ладонями, наоборот, растираем перепоночками вот этими. Опять сверху вниз. По каждой трапеции проходимся. Растерли, размяли ее вверх-вниз, поперечно, то есть вот в трех местах. Потом вдоль растянули, размяли вот так, поперечно и вдоль растянули. Если у человека болит вот эта мышца, очень часто бывает, которая крепится к уголку лопатки, levator scapulus musculus, мышца, поднимающая лопатку по-нашему, тогда мы доворачиваем голову чуть туда. И прямо вот видите, мы ее растянули, получается. И за череп ее вытягиваем. И в противоположную сторону от костей отделяем. Видно, да? И с другой стороны ее на сжатие. Здесь на сжатие было, здесь на сжатие. Теперь в другую сторону голову. И тут вот получается мы ее вот отделяем, вытягиваем. То есть голову, я, видите, на скручивание, вот туда я еще больше тяну. И эту мышцу прорабатываем подробно, глубоко, прям вот пальчиком туда залазим. О, до уголка лопатки дошли, видите, какая у меня длинная мышца. И с этой стороны на сжатие. Кладем голову ровно. И пока мы обходим, вот делаем выжимку. В этот момент мы обошли. Сели в позу кибодачи. Это будет сет номер 1, когда мы непосредственно приступаем уже к шейно-воротниковой зоне, а именно у нас будет плечи-крестцовая зона, но об этом в следующем видеоролике. Подписывайтесь и получайте новые видео. До новых встреч, друзья!